بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد. Уважаемые братья и сестры, мы с вами продолжаем наш урок. Мы с вами говорили о разных положениях таглита. Альхамдулиллах, иншаллах, я думаю, что может быть сегодня мы уже с вами закончим положение о таглите. Что здесь говорится? Здесь говорится, что представим, что мукаллид делал таглит мучтахиду, но после он стал сомневаться. В чем стал сомневаться? Сомневается, а верно ли он вообще следует? То есть имеется в виду, изначально правильно он выбрал мучтахида или нет? То есть является ли действительно его мучтахид отвечающим всем условиям или не является? Как ему быть? У него возникло такое сомнение. Говорится, что он обязан делать фахс. Но фахс, что такое фахс? То есть он должен искать. Искать, действительно ли его мучтахид является джамишрат или нет. И вы можете спросить, то есть во всех случаях, если у человека появится сомнение, является ли его ученый джамишрат, то есть отвечающим всем условиям или нет, он должен искать. Во всех случаях нет. Сомнения, ученые говорят, что сомнения бывают двух видов. Есть как шеккун тарион, ва шеккун сарион. То есть что такое шеккун тарион и шеккун сарион? Шеккун тарион – это тот шек, это то сомнение, которое у вас появилось после того, как вы начали следовать и выбрали правильно, правильным путем выбрали мучтахида. То есть все те пути, которые мы с вами проходили. Допустим, вы обратились к двум людям, байина, которые являются справедливыми, которые соображают, которые знают, могут определить мучтахида. И эти два человека сказали, что этот человек является мучтахидом, марджи-таглидом, более знающим, и вы можете следовать ему. И вы последовали. И потом у вас только сомнение появляется. То есть тарион – это то сомнение, которое появляется после того, как вы уже правильно выбрали мучтахида. А есть шеккун сарион. То есть шеккун сарион – это то сомнение, которое на самом деле изначально, если человек неправильно выбрал мучтахида, изначально, то есть вы выбрали мучтахида за то, что вам посоветовали, сказали, вот можешь прочитать эту рисалю, эту Таузихуль Масаиль, эту книгу по разъяснению шариатских положений. И вы взяли, вам понравилось и начали следовать этому мучтахиду. Нет. Такое исследование – это неправильное исследование. Есть пути, как выбрать мучтахида. И то, что вы сделали, выбрали так – это неправильный выбор. Поэтому ваше сомнение здесь является сарион. То есть оно действительно, это сомнение действительно мы берем в счет. Это сомнение действительно способствует тому, чтобы мы пошли и поискали. Потому что в случае, если сомнение было тарион, то есть оно появилось после того, как вы правильно выбрали мучтахида, там не надо было вам искать. То есть там искать не обязательно. Почему? Потому что изначально у вас есть уверенность. Вспомните, есть такой закон общий, истисхаб называется. То есть до этого я был уверен, а сейчас у меня появляется сомнение. Что мне делать? В хадисе сказано, что лятан кудуль ягин бешак, то есть не нарушай свою уверенность посредством сомнения. А у вас сейчас появилось, у вас сейчас сомнение. Вы думаете, как быть? То есть действительно он является джамию шарайт, отвечающим всем условиям, или нет? А до этого вы были убеждены, что он является джамию шарайт, потому что вы его выбрали правильным путем. Все, если вы выбрали его правильным путем, тогда сомневаться не надо. Не нарушайте свое убеждение посредством сомнения. Вот. Это то, что касалось этого положения. То есть мы понимаем, что не всегда надо все-таки верить этим сомнениям. Хорошо.
Представьте, что есть два мучтахида. Один из этих мучтахидов, он является более знающим в вопросе поклонения. Потому что мы знаем, что разделы фикха, они делятся как на ибадат и на муамилат, правильно? То есть на поклонение и на куплю-продажу. И вы представьте такое, да, что есть мучтахид, который больше всех разбирается в вопросах купли-продажи. То есть он выводит практически заповеди ислама, которые касаются именно муамеля, то есть именно купли-продажи. А есть мучтахид, который выводит, скажем так, вопросы шариатские, именно хорошо, именно вот основываясь на сильных доводах, именно в ибадате, то есть именно в поклонении. Представили? Кому следовать? Естественно, если этот ученый является более знающим муамеля, то есть в купле-продаже, этот более знающий в ибаде, то есть в поклонении, то, конечно же, в вопросах купле-продажи надо следовать этому мучтахиду, а в вопросах ибадата надо следовать этому мучтахиду. То есть мы здесь, другими словами, мы здесь делаем табаид, то есть мы как бы делим, то есть некоторых положений. То есть табиат имеется в виду, в некоторых положениях следуем ему, то есть в этом разделе, а в другом разделе следуем этому. Потому что этот является более значимым в этом разделе, другой является более значимым в этом разделе. Но также может быть это не просто касаться полного раздела, а вот отдельных разделов, таких как намаз, пост. Допустим, в намазе этот еще больше всех знает. Если говорим о посте, то мучтахид под номером 2 знает, допустим, лучше, чем мучтахид под номером 1. Представьте, да? То есть здесь мы должны смотреть. Мы должны смотреть, что кто более знающим, кто более знающий, исследовать ему. Будь это полный раздел, раздел купли-продажи, раздел там, поклонения, или же в самом разделе поклонения есть, скажем так, мини-разделы, то есть намаз, допустим, пост, джихад, допустим, и другие, скажем так, разделы. И если вы видите, что мучтахид этот, действительно, он соображает, лучше выводит, это, конечно, не вы определяете, мы уже говорили, что это люди, которые... Вы тоже можете определить, если у вас достаточно знаний, да, разбираетесь в иштихаде. Но если не разбираетесь, вы должны обратиться к человеку, который именно в иштихаде разбирается, и у него спросить. То есть именно у двух справедливых, как мы до этого говорили, допустим, людей или, как мы до этого говорили, слухи, которые внушают уверенность, слухи среди ученых, людей, допустим, среди знающих людей, мы видим, что говорят, что такой-то, такой-то является более знающим, является мучтахидом, марджи таглидом, которому действительно надо следовать и так далее. Хорошо, переходим к следующему положению. Что будет, если человек, мы помните, говорили, что если человек хочет остаться, следовать мертвому мучтахиду, он должен взять разрешение у живого мучтахида, у более знающего мучтахида, если вы помните. Представим, что он не взял разрешение. Представили? Вот он не берет разрешение. Он говорит, что я буду все равно оставаться, следовать этому мучтахиду, и не надо никакое разрешение. Здесь ученые говорят, что такой человек подобен тому, кто совершает действие без таглида. Потому что если ученые, это фетва такая, что фетва ученых, марджи таглиды, причем все ученые наши Систани, Сейд Систани, Сейд Хамни и Шейх Макарим, они все говорят, что действие такого человека подобно действию человека, который вообще таглид не совершает. А мы говорили, что если человек таглид не совершает, что происходит с его действиями? Что они в противном случае они аннулируются. Конечно, если соответствует действительности, это другое дело, или соответствует фетве мучтахида, которому он должен следовать, здесь тоже без проблем. Вот. Если речь идет, естественно, если не соответствует действительности, не соответствует фетве того мучтахида, кому он должен следовать, по идее, то есть знающему, более знающего. Так, теперь идем дальше. Представьте, что вы делали таглид мучтахиду, который говорит, что один раз читать тасбиату ларба в намазе, в третьем, четвертом рикяте, это когда вы говорите «Субханаллахи, вальхамдулиллахи, валя иллахи илля Аллах, валлаху акбар». Говорит, что достаточно.
И потом этот муштад, предположим, умирает, и вы следуете другому муштаду, он говорит, что нет, один раз недостаточно, надо три раза сказать. Как быть? Здесь наши муштады говорят, что ничего страшного, то, что вы делали именно в данном вопросе, ничего страшного. То есть то, что вы делали, один раз читали тасбихатуль арба, это не аннулирует намаз, и все нормально. То есть вам не надо перечитывать намаз. В этом вопросе нет разногласий. Уважаемые братья и сестры, опять наше время подошло к концу. Я с вами прощаюсь, иншаллах. До новых встреч на следующей передаче, на следующем уроке мы продолжим наше обсуждение. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.